Да, у меня даже первый клик не сработал. Я на первом же клике сдох. Не знаю, почему я на витрине начал тупить. Я подумал, что я не туда пошел и просто начал наугад нажимать. Хотя я шел правильно, просто там надо было срубить тайминг. Вот я не знаю, чем думал витрин, когда делал мемори плюс тайминги. Либо просто мемори, либо тайминги. Но мемори плюс тайминги это, ну, вообще слишком сложно. Вот чем думал витрин, когда это строил? Вообще, почему он всегда строит вот это вот однообразие? У витрина вот всегда просто вот... у витрина всегда часть на шарике. Где просто дофига блоков и половина из них прозрачные. Ну, в смысле, об них нельзя умереть. В Хайперсонике такая часть у него, в Ультрасонике такая же часть у него. Короче, у него везде тупые части. В своих уровнях я не припомню, чтобы он такое строил. Ну же. Пожалуйста. Пожалуйста. Да, я прошел Суперсоник. GG! Туда его!